in the earth. I smell it in the air. Ясно. Much that once was is lost. Я чувствую в земле, в воде. Типичный Властелин колец. Всем привет, ребят, с вами Black from Phoenix. Сегодня мы начнем играть в игру под названием Властелин колец. Ой, блять, Лего Властелин колец. Во. Сегодня мы начнем в это играть. Субтитры у меня в клу, потому что так надо. Ну что, погнали, давайте. У меня, кстати, это первая игра в Стиме из Лего, потому что остальные я пиратку качал, вот вы видите, да? Пират! Сейчас напью... Пират! Я пират! Ну да, есть такое, на чём. Но я думаю, тут и так все видно, поэтому лучше не буду я ничего говорить. Seven to the dwarf lords, great miners and craftsmen of the mountain halls, and nine rings were gifted to the race of men, who above all else desire power. For within these rings was bound the strength and will to govern each race. But they were all of them deceived, for another ring was made. In the land of Mordor, in the fires of Mount Doom, the Dark Lord Sauron forged in secret a master ring to control all others. One ring to rule them all. But there was сейчас будет начнется первая миссия. Тут, кстати, по миссиям, если что, будет. Ну, как обычно. And elves marched against the armies of Mordor, and on the slopes of Mount Doom they fought for the freedom of Middle-earth. Элронд. Ну что, давайте начнем. Первая миссия, Властелин колец. Погнали. Так, вторая эпоха. Исильдур. Давайте, я хочу за Исильдура. Что делать надо? Вот, смотри, там что-то есть. А у него лук должен быть? У него же лук должен быть или нет лука? А, нужно их убивать. Окей. Будем гасить, так сказать. Но, на самом деле, мне нравится начало «Властелин колец», хотя я играл именно в начало. Я прошел только первый, так сказать, фильм, потому что это все-таки по фильму, наверное, больше делается, чем по книгам. Первый фильм, первый эпизод я прошел, а вот два остальных я, к сожалению, почему-то упустил. Ну ладно. Так, готов. Еще готов. Так, где у нас другие? Вот он с щитом, как мы видим. За эльфа поиграем, так сказать. Теперь давайте за людского императора. Все, готово. Что происходит? Нихера себе. Тут на самом деле прикольно они сделали. Ёшкин-кошкин. Не, ну ребят, ну это как-то... А у него какой-то меч специальный. Давайте мы всех прикончим. Да, у него какой-то меч прикольный, видите, он может ломать другие блоки. Я на самом деле не помню, что у него за меч был. Не такой фанат я Средиземья, на самом деле, ребят. Ну, конечно, некоторые фанаты... Ну, на самом деле, прикольно, вселенная, но я не фанат, на самом деле, ребят. Не фанат, простите, конечно. Так, давайте касценку смотрим. But the power of the ring could not be undone.
он и Саурон. Так, это сохранить. Нихера ж себе. Он за мной идет. Мимо. Однако да. Так, будем их гасить каким-то образом, на самом деле непонятно еще как. Вот что это он делает? Вулкан какой-то странный. А зачем он нужен? Ой, он меня бьет. Я думал, на нем попрыгать можно. Оказывается, нет, нельзя. Здорово. Что-то он не умирает. Ой, меня бьют. Чё он такой большой, я не понял. Мне кажется, ли он был меньших размеров? Хотя, может, мне кажется. Все, добить осталось. Видите, он красным уже моргает. Так. Готов. Ой, не попадешь. Что-то это странно. Ну давай, давай. Ой. Все, готов. It was in this moment that Isildur, son of the king, took up his father's sword. Пам-пам. Саурон, the enemy of the free peoples of Middle-earth, was defeated. The ring passed to Isildur, who had this one chance to destroy evil forever. Isildur, hurry! Follow me. Контрольная точка. Так, сохранимся. Я думаю, игра вылетать не будет у нас, потому что это нормальная игра. На самом деле, ни хрена не знаю, как такое пробивать. Ну, пойдемте дальше. Так, наверх идем. Тут мы понятно, какой меч надо. Ой, меня убили. То есть я умер. Блин, да что ж такое? Так, тут у нас проблема. Так, ну это мы сломаем, ребят. Либо никак. Один из пяти. Чего один из пяти? Так. Здравствуйте. Вот почему они выбежали и мне хп нанесли, вот это странно. Или не нанесли. На самом деле я хз. Так, пойдемте наверх. Кто умеет высоко прыгать. А, то есть высоко у нас прыгают только эльфы. Ясно.
Так. Давайте пойдемте. Ну, кстати, выломать можно. Вот, давайте возьмем драгоценности. И сюда. О, ну, блин, да что ж такое? Не бордей. Так. Так, кто-то умирать будет, видимо. Господи, такой дебил. Так. Что сделать надо? Так, ты не борзей, чувак. Наверное, их сломать надо. По-другому не знаю, что. Что делать-то надо? А, во. Что-то открылось. Опять эти гномы? Или кто это? Орки? Мне вообще похер. Все, мы пришли к этому месту. Отлично. But the hearts of men are easily corrupted, and the ring of power has a will of its own. It betrayed Isildur to his death. And some things that should not have been forgotten were lost. For 2,500 years, the ring passed out of all knowledge. Until... Моя прелесть. The ring came to the creature Gollum, who took it deep into the tunnels of the Misty Mountains. For 500 years, it poisoned his mind. But something happened then the ring did not intend. Но это событие Хоббита. By the most unlikely creature imaginable. What's this? A hobbit. Bilbo Baggins of the Shire. Потом в Хоббита будем Лего играть. Мы проходим Лего-игры, как они выходили сами, а не так, как сказать вот это все хрень. О, прошли первое достижение. Пролог, уровень пройден. Мы сейчас еще одно пройдем побыстрее, думаю. Элендил. Ну давай как-нибудь быстрее, нельзя? Вы можете приобрести новых персонажей. Не, спасибо. Ну, хоть больше 50% бабла. А нельзя никак это пропустить, нет? Жаль. А то будет очень дико напрягать. Ну ладно. Тут серебряные блоки дают. Окей. Продолжим сюжет. Ну, первая миссия у нас проходила вон там в Бордере. Ладно. So you mean to go through with your plan, then? Yes, yes, it's all in hand. All the arrangements are made. I'm old, Gandalf. I need a holiday. You will keep an eye on Frodo, won't you? Two eyes. As often as I can spare them. I'm leaving everything to him. What about this ring of yours? Is that staying too? You're right, Gandalf. The ring must go to Frodo. Bilbo. Hmm? The ring is still in your pocket. Yes. Чё-то не отлепляется.
Gandalf. Goodbye, dear Bilbo. The road goes ever and on. Till our next meeting. Bilbo! Gandalf? He's gone, hasn't he? He's gone to stay with the elves. One ring to rule them all. One ring to find them. One ring to bring them all. And in the darkness, find them. This is the One Ring, forged by the Dark Lord Sauron. Sauron needs only this ring to cover all the lands of a second darkness. Frodo, he must never find it. Get down. Confound it all, Samwise Gamgee! Have you been eavesdropping? I ain't been dropping no eaves, sir, honest. Oh. What must I do? Make for the village of Bree. I'll be waiting for you at the Inn of the Prancing Pony. I must see the head of my order. You'll know what to do. Keep it secret. Keep it safe. На этом, наверное, можно заканчивать, ребят. Можно посмотреть карту. В общем-то, мы сейчас в шире. Как-то ее уменьшить. Во, вот прикольно, да? Черный всадник. Ну, это сейчас первая миссия будет. Вот, видите, тут, короче, будет у нас вся карта, где мы пойдем, куда пойдем и так далее. Первая миссия происходила вот здесь, вот. Видите, пролог, да? Тут первая миссия происходит. Кирит Уолл. Ну, тут очень прикольно, потому что карта вся есть. Мне очень нравится. Минас Тирит. Дунхраху. Эдорас. Изенгард. Ну, это там, где этот будет. Суруман. А где эта гора? Битва пяти воинств, где была, не помните? Ривендалл. На самом деле, я не помню, где это было. Она тут должно быть, должна быть. Не тут где-то, нет? Хельмовая пальма. Не, ну тут у нас... Ну потом вот битва пяти королей будет прикольно. Вот этот перевал, черные врата. Барад-дур. Роковая гора. Роханион. Хз, где тут эта гора? Ладно, неважно, в Хоббите посмотрим. Ну ладно, ребят, давайте... На этом заканчивать. В следующем выпуске я продолжу проходить. Ну а на этом я говорю всем удачи, всем пока, берегите себя, пока-пока.